nights don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie. Всем привет, доброго времени суток, и сегодняшнее видео я хочу начать с приготовления очень вкусных, пышных, румяных капкейков. У меня есть сковородка с такими милыми мордочками, бренд Биол, и буду готовить. Озвучиваю ингредиенты пышных, вкусных, наивкуснейших капкейков на 3 порции. Мука 200 грамм, сахар 2 столовые ложки, 1 яйцо, 200 миллилитров молока, пол чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла, я использую растопленное кокосовое, пищевая сода, пол чайной ложки. И буквально самую капельку, 1/4 чайной ложки, ну, наверное, 1 грамм лимонной кислоты. Это сито у меня от Tupperware, и здесь есть деление, ну, их так не очень хорошо видно, где написано граммовка. Это сито очень удобно тем, что здесь есть такая подставка, которая снимается, и если у вас осталась мука, то она никуда не денется, можно спокойно накрыть крышкой и хранить. У меня у мамы такое сито давно, и оно не ломается. Почему решила купить его? Несколько сменила икеевских, и все у меня ломаются, механизм вот этот. Я решила, что одно это сито стоит как 3 икеевских, поэтому нет смысла, я уже за него заплатила 3 раза, поменяв сломавшееся, поэтому решила все-таки купить Tupperware. Заказывала на Wildberries, сейчас удобно, там у них есть, продают. Для начала смешиваю все сухие ингредиенты, а потом буду вводить уже молоко, яйцо и все хорошо перемешивать. Don't kid around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. Get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Тесто, как вы видите, получается густое, за счет этого панкейки получаются пышными. И выпекаю я их на предварительно разогретой сковороде без использования масла. Жду, пока появятся первые пузырьки, а сторона, та, которая на сковороде, подрумянится, и переворачиваю. Сегодня панкейки я решила подавать с бананом. Они отлично сочетаются с любыми ягодами, фруктами, медом, сахарной пудрой, вареньем, все, что вы любите. Приятного аппетита! А теперь мы плавно перемещаемся с вами в супермаркет. Мы приехали с Сашей за продуктами, и я не была вот так в продуктовом магазине, в супермаркете уже очень долго. Наверное, на протяжении года все это время заказывала продукты онлайн, и я испытала небольшой шок, при этом восторг. Ну, в общем, я соскучилась за людьми, это была суббота, и людей очень-очень много. Я отвыкла от такого ажиотажа. Не знаю, касается ли это всех домохозяек, но я обожаю ходить по продуктовым магазинам, особенно если ассортимент большой. А здесь был просто огромный ассортимент, куда ни глянь, много всего, все такое разное, огромное количество растительных масел, и кунжутное, и лимонное, и белого трюфеля. Все равно, когда ты заказываешь продукты онлайн, ты этого так не видишь, ищешь то, что хочешь купить. А здесь просто глаза разбегаются, хочется все посмотреть, все взять. Не могу сказать, что по ценам, я как-то особо не обращала внимания на акции, проходила
за покупками шла исключительно также по списку. Исходя из того, что мне нужно на меню на неделю, я его продолжаю составлять. Также здесь огромный выбор соусов. Есть также шоколадный соус. Я на него посмотрела и не стала покупать, потому что понимаю, что дети его съедят в первый же день, и пользы от него уж точно не так много. То, что выбирают мужья. Подписан на меня в Инстаграм, а также для тех, кто пропустил информацию в сообществе. Кстати, если вы не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно подписывайтесь. Вот здесь вот вы видите название моего Инстаграма, также ссылка есть в инфобоксе. Подписывайтесь, там больше жизни и информация вообще не дублируется. И вы будете узнавать о чем-то, возможно, раньше, чем те, кто на Инстаграм не подписан. В общем, все-таки поступали вопросы, куда пропала. Независимо от того, что я делала пост и в Инсте, и в сообществе тоже, на YouTube писала, что так случилось, что мы с Сашей заболели ковидом. Подцепили. То есть реально держались год, и несмотря на то, что Лиза болела, мы не заразились, у нас не было антител, мы сдавали, то есть бессимптомно не перенесли. Не знаю, по какой причине, кстати, у тех, кто комментировал пост, у некоторых возникло ощущение, что мы болеем второй раз. Нет, я никогда такого не говорила, это именно Лиза болела, но мы не заразились. То есть у нее подтвержденный был коронавирус, и тест там, и антитела у нее потом впоследствии сдавали, были. А у нас не было. И, в общем, заразились. Ну, сначала Саша заболел, а потом я, мы даже знаем где. Ульяна потащила Сашу в контактный зоопарк. Он прям не хотел идти, потому что мы на протяжении этого года избегаем любых походов куда-либо в большое скопление мест. Саша исключительно по работе, вот если у него есть необходимость, он там куда-то едет, да, общается с ограниченным количеством людей. Продукты на протяжении года мы заказывали на дом. Ну, в общем, избегали любых вот таких мест, и в итоге Ульяна затащила Сашу в контактный зоопарк. Там очень жарко, там очень много детей, как известно, дети — это переносчики в основном, дети болеют очень редко. И, ну, вот он говорит, я прям так не хотел идти, и получается, вот по дням именно там он и заразился, а через 2 дня я. Но мы как бы выздоровели, я не совсем, если честно, я могу сейчас даже прерываться постоянно на то, чтобы кашлять, то есть будет такая склейка в кадрах, у меня сохраняется кашель, но уже вируса нет, нам разрешили выходить, то есть мы, ну, уже не можем заразить, и мы на вот этой волне даже поехали за продуктами. Реально, я, наверное, первый раз за год, а может быть даже и больше, приехала в супермаркет за продуктами. Знаете, такое ощущение, как будто, блин, не знаю, на отдых съездила, новые впечатления. И также сводили детей в торговый центр, но мы там не ходили по магазинам, то есть у нас невероятная слабость, у Саши сейчас получше. У меня сейчас тоже чуть-чуть получше, то есть я действительно не могла даже снимать видео, потому что
Ну, очень большая слабость именно после вот болезни. Немножко походишь, начинает кружиться голова, становится плохо. И я так понимаю, что восстановительный период будет долгим. По поводу кашля, кашель, он вообще не у всех, и вот из всех моих близких, вот из семьи, кто болел, кашля не было ни у кого, кроме меня. А у меня прям очень сильный кашель с самого начала, с этого началась болезнь, и у меня есть знакомый, который болел с кашлем, и вот он кашляет до сих пор, хотя переболел 4 месяца назад, все обследовал, все, что только мог, вот не могут найти причину этого кашля. У меня примерно такая же ситуация, и кашель где-то вот здесь, то есть я чувствую, что это какой-то кашель, именно связанный с горлом. Ну, а у меня горло слабое место, и я... очевидно, что ковид бьет именно в эти места. Очень болезненная тема, я завтра записана на маникюр, то есть мне нужно было делать маникюр как раз-таки в тот период, когда я заболела. То есть у меня уже отросли ногти, и нужно было идти на маникюр, и я заболеваю, и понимаю, что минимум 2 недели я его еще не сделаю. Это катастрофа, ногти болят, они треснули, они отросли просто до половины. Ну, что поделаешь, завтра записалась... Надеюсь, больше 2021 не будет проверять меня на прочность, потому что как только он начался, так он и проверяет меня на прочность, но я как человек позитивный, каждый раз верю, что это было испытание и больше не должно их быть. Предлагаю немного прогуляться вместе с нами по торговому центру «Горизонт». Как я и сказала, мы не ходили по магазинам, зашли только в магазин сладостей, как и обещали детям, покормили рыбок и... Дети, особенно младшие, были в восторге, они очень соскучились за сменой картинки. Все-таки это нужно детям, это нужно и взрослым, и детям менять картинку, смотреть на что-то непривычное. То есть тот район, где живешь, там детский сад, в общем, те места, куда ты ходишь, ты привыкаешь к этому, и картинку нужно менять, это очень важно. Я это сейчас прочувствовала на себе. Don't kid around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. Get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Пока болели, мы соблюдали постельный режим. Это очень важно при любой болезни, особенно при такой, как коронавирус. Но вот прям лежать все время я не могла, и все-таки находила себе урывками какие-то занятия, в том числе я полностью переорганизовала внутреннее содержание своего шкафа-купе. Я много раз делилась с вами тем, что он мне не нравится, что я жалею, что его спроектировала так, что жалею, что это шкаф-купе, и очень хотелось бы заменить его на гардероб Пакс. Но я так подумала и решила, что все-таки это блажь. То есть это хороший шкаф, внутри можно его организовать очень удобно, так как там, ну, практически нет никаких ограничений. И для того, чтобы поставить гардероб Пакс, мне нужно, во-первых, разобрать этот шкаф, куда-то его утилизировать, во-вторых, переклеить обои. Там до сих пор старые обои за этим шкафом. То есть, получается, у нас были старые обои, мы делали ремонт в комнате, и шкаф разбирать не стали. Там старые обои. И уже потом покупать гардероб Пакс, потому что он не закрывает полностью вот эту нишу в стене. Соответственно, не переклеивать обои не получится. Я решила, что нормальный шкаф, вот нормальный шкаф, да, он не так красиво организован внутри, как если мы смотрим красивые картинки заранее изначально продуманных гардеробов, но я сделала его действительно очень удобным, максимально лично для меня.
и очень довольна. Кое-что покупала в шкаф, но не буду акцентировать на этом внимание, потому что там ничего особенного. А сегодня хочу показать вам покупки. Знаете, есть такие шутки, очень много мемов на тему того, что когда человек выпьет, начинает там накидывать в корзину или что-то покупать, потом отменять покупки. У меня похожая ситуация, если я болею. Но дело в том, что обычно болезнь длится там 3-4 дня, и там где-то один день постельного режима, когда ты себя плохо чувствуешь с коронавирусом, дела обстояли хуже, было скучно, мы очень много лежали. И я очень много нажимала «заказать», «заказать», «заказать». Так что хочу поделиться с вами разными покупками. Но в первую очередь это моя супер долгожданная покупка. Посылка, которая пришла ко мне вчера, это обувь. Сейчас покажу. Это весенне-летняя обувь. Я не удержалась и заказала две модели. Балетки и еще такие, как лоферы. С этой обувью меня познакомила мама. Я видела у нее балетки невероятной красоты. И как-то я обращала на них внимание и думала, блин, какие же они красивые, но почему-то даже не спрашивала, где она покупала. И тут мама мне говорит, слушай, я буду заказывать себе обувь, посмотри, у них очень красивая, очень удобная обувь, ее можно стирать в стиральной машине. И она говорит, я сейчас скину тебе их сайт. Скинула, и я понимаю, что я просто хочу все. Называется этот бренд Viva Я, наверное, правильно, не знаю, как правильно читается. Я также оставлю вам ссылку на этот сайт. Как я поняла, он американский, но доставка была из Китая. Не знаю, как это все работает, но обувь просто восхитительная. У них вся обувь, она как вязаная. То есть это тканевая обувь. При этом, ну вот из того, что я читала на сайте, эта обувь подходит людям с проблемными ногами. Вот у меня мама, почему фанат этой обуви, у нее был перелом, у нее там, как это называется, металлические пластины в ноге, и, в общем, у нее одна нога прям очень плохо себя ведет в обуви. И вот эта обувь, она эластичная, если у вас есть косточки растущие, то эта обувь точно для вас, там прям об этом официально они заявляют. У меня таких проблем нет, но я люблю очень удобную обувь, и при этом она ну такая красивая. И у них есть разные модели, прям вот открываете сайт, там есть flats, по-моему, boots, sneakers, разные, в общем, модели, loafers. И открывая каждую графу, там огромная цветовая гамма. Я не знаю, как удержаться, потому что мне хочется, вот, например, такие балетки там есть, и в таком изумрудном цвете, и в цвете какой-то такой мятный, что-то такое, синий. В общем, есть огромное количество цветов, и они все потрясающие. Мне, наверное, столько не надо, но очень хочется, глаза разбегаются. В общем, заказала вот такие балетки. Я думаю, что они максимально универсальны, их можно носить летом, в них не должно быть жарко. Их можно носить под брюки, под юбки и, по сути, любых цветов. То есть голубое платье отлично, то есть супер универсальный цвет, поэтому я выбрала его. И вот такие потрясающие лоферы. Не могла определиться с цветом, очень красивые на сайте черные с белым, они такие яркие. Начала советоваться с Сашей, а он говорит, слушай, ну это обувь летняя? Все-таки. То есть обувь на тепло, это твой любимый цвет, у тебя сумки такого цвета. Бери вот такой вот цвет. Ну, кэмел, наверное, какой-то теплый коричневый. То есть это все, ну, как бы, вязаное. То есть рисунок просто в вязке нанесен. У меня 36 размер. Обратите внимание, вот мама увидела у меня вот эти, говорит, я тоже хочу себе такие заказать. Но так как у нее проблема с ногой, я ей говорю, не бери себе такие, потому что вот именно эта модель, она вот здесь немного тесновата. Я не знаю, может быть, она разойдется во время носки, но не могу гарантировать. А так, у меня 36 размер, и мне прям 36 размер подошел. В некоторых моделях у них представлены половинки. Вот если вы чувствуете, что там 36 вам маловат, то берите тогда 36,5. Мне прям отлично, вот просто идеально, размер в размер они сели. Цены, в принципе, везде одинаковые. Обувь практически вся, вот такая открытая обувь, ну, не сильно закрытая,
$199-$104, а более там теплые модели стоят подороже. Сапоги вот такие ботфорты высокие, $199. Цены, как мне кажется, адекватные, потому что если сравнивать с ценами, например, заходишь в Страдивариус, и сапоги из искусственной кожи стоят там 5000, или Зара, про Зару вообще молчу, они такие цены ставят, как будто они не масс-маркет, а уже какой-то middle-market. И еще сапоги распроданы, я вот смотрела. Ну, в общем, мне кажется, что это прям находка, и мне кажется, что очень многие оценят, поэтому я делюсь с вами этой информацией. Реально, такой обуви не видела нигде, и маме моей передаю, и вот так через экран. Спасибо большое, спасибо большое. Также еще я зашла на сайт H&M и купила себе джинсы Palazzo. Черные в 38 размере. Обратите внимание, на мой взгляд, они маломерят. Маломерят именно в талии. Заказала 36, оказались маленькими, я их вернула и перезаказала на 38. Почему говорю, что маломерят? Потому что, ну, 38 размер я не ношу. 36 сейчас ношу, раньше там 34 носила, но не будем об этом. Также изначально я заказала два цвета, бежевые и черные. Бежевые отличаются по ткани, у них джинс более грубый и более плотный. А черный это прям тонкий такой эластичный джинс. Решила отказаться вообще от бежевых, их я вернула. И черный, и бежевый в 36 размере. А вот черные перезаказала на 38, они мне очень нравятся, и еще их можно укоротить без проблем, они с необработанным краем. Также у меня вообще не было жакета, и как человек, который любит цвет, я выбрала не какой-то нейтральный, а вот голубой, но мне кажется, что голубой цвет на весну-лето это очень круто. И это размер S. С виду кажется, что он великоват, то есть это прям оверсайз, потому что я вот ощущаю, что если бы я заказала XS, он бы был мне не очень комфортен в рукавах, поэтому, ну вот это мой размер, обратите внимание, видимо, он так и должен сидеть, здесь есть подплечики, за счет чего такие, ну, плечи. Раньше я вообще не приемлила такие модели с плечиками, думаю, ну как? Ну, мода циклична, она возвращается, и сейчас уже я с интересом смотрю на вещи, которые были модны во времена молодости моей мамы, и я думала, ну как же вы это носили? А своим девчонкам я заказала Лизе джинсы, обалденные джинсы, они такие модные, они так круто сидят, релакс-посадка, релакс-фит, и я ей взяла размер 8-9 лет, получается, 134 рост. Но она девочка миниатюрная, пошла в меня, она и ростом невысокая, и сама по себе худенькая, они вот на нее сели прям тютелька в тютельку, и там был цвет потемнее, но он уже полностью распродан. А для Ульяны я взяла вот такой вот бомбер джинсовый с воланами. Это тонкий такой летний джинс, но при этом здесь есть подклад, и вот создается ощущение, что он такой, знаете, как будто утепленный, хотя внутри все-таки ничего нет, но, видимо, за счет объема он кажется немножко таким утепленным. Здесь на резиночке, обратите внимание, если не любите, рукава также на резиночке, мне он кажется супер модным. Ульяне беру размер 4-5 лет, 110, вот он ей не впритык, и при этом 104 ей уже мал. То есть вот так вот, как-то так, ей 5 лет, напоминаю, исполнилось. В H&M люблю покупать носки, блин, у меня линяет собака, просто все в шерсти. Время от времени в H&M беру носки упаковочками, в этот раз взяла вот такие Disney, и все они с мини, коротенькие, потому что уже близится весна, она, вернее, наступила, но так по погоде еще не совсем скажешь, что это так. А сейчас я хочу познакомить вас с интернет-магазином порядок.ру. Это просто какой-то интернет-гипермаркет домашних товаров. У них такой огромный выбор, что я делала свой заказ 2 или 3 дня. Я не могла понять, что именно мне заказать, потому что, ну, там можно купить просто, по-моему, все для дома, начиная от какой-то мебели, заканчивая бытовой химией. Там есть просто все. И я хочу показать вам, что же я выбрала. В моем прошлом видео, посвященном декору детской комнаты, вы могли видеть, что я вынесла желтую настольную лампу. В какой-то момент, когда я ее покупала, мне показалось, что круто, надо добавить немного цвета. Это детская комната. Сейчас свое мнение поменяла. Я, в общем, решила от нее избавиться, увезу, наверное, на дачу, там на детский стол прикреплю. Вот,
А на сайте порядок.ру я выбрала вот такую лампу. То есть там очень много брендов и много всего, в том числе и освещение продается. Бренд Chameleon, наверное, правильно читается. Здесь есть несколько видов креплений. Струбцина, основание и кронштейн. То есть можно прикрепить этот светильник как на стену, так и на стол с помощью струбцины. Струбцина, я гуглила, я думаю, что это такое. Это вот эта штука, которая крепится на стол. Именно у Ульяны такая и была. Это было единственное крепление. И сейчас она у нас вообще стоит на полу, так как детский столик, он низкий, это, ну, невысокий стол. Мне гораздо удобнее поставить ее на пол, а потом, когда поменяем стол на, ну, уже парту, да, такую, прикрепим на столешницу. Это очень яркий светильник, регулируется как угодно. Вот здесь можно регулировать его, здесь его можно регулировать. Ну, в общем, классный, я советую. И у него срок службы светодиодов 3000 часов. Я, кстати, выбираю, стараюсь выбирать. У нас практически по всему дому светодиодное освещение. Во-первых, это экономит электроэнергию. Во-вторых, свет такой белый, и не надо заниматься тем, чтобы менять лампочки долго. То есть светодиодное освещение просто дольше служит. И самое главное, LED лампочки или светодиодное освещение не нагревается, и можно не переживать, что дети могут там руки обжечь. Да и в принципе не повышает температуру в комнате, потому что когда свет горит долго, просто элементарно жарко становится. У нас, я уже говорила много раз, жарко. У нас постоянно отключены батареи и часто открываем окна. Также я заказала две разделочные доски. Одну маленькую и одну большую. Так, здесь у меня немного еще влажная. С раковины принесла, я ими уже пользуюсь, они мне очень нравятся. Ну, по большей части эти разделочные доски, наверное, предназначены там для овощей, в общем, для того, что особо не течет, ну, то есть желобков у них нет. Но мне пользоваться удобно, во-первых, они очень тяжелые, они не ездят по столешнице. Вот такая, я на ней прям подаю какие-то бутербродики на завтрак, в общем, удобно и порезать бутербродики, и сразу подать. Они очень красивые, но они не каменные, как я поняла, это прессованное дерево, как-то так. Допускается мытье в посудомоечной машине, я этого не делаю. Эти доски называются бренд Arcos, по-моему, испанский бренд. Если я ошибаюсь, то подпишу, что я ошиблась. Фишка этих досок в том, что они не тупят ножи. И, по-моему, они, ну, действительно очень красивые. И, знаете, мне очень нравятся деревянные доски различные, но они немного уже приелись. Эти принципиально другие, тем не менее, такие же красивые. Время от времени заменяю свой антипригарный коврик. Я всегда покупаю вот такой, по-моему, один раз покупала другой, но в целом они все одинаковые. Бренд Грифон, если вы еще не пробовали. Многоразовый антипригарный коврик, я от всей души вам советую, просто попробуйте. Дело не в том, что это удобно, на нем вообще ничего не пригорает. И вообще ничего не прилипает. Если с пергаментом можно прогадать, то такой коврик в разы лучше любого пергамента. И еще на нем еда получается вкуснее, потому что любая выпечка, котлеты, рыба. Как-то, в общем, этот коврик делает такой эффект, что там, где еда с ним соприкасается, как будто поджаривается. То есть, если печете пирожки в духовке, основание пирожков, оно такое прям хрустящее, поджаренное. В общем, если не пробовали, я советую. Они продаются абсолютно везде. Я же говорю, заказала на сайте, а они в Магните продаются, вообще в любом супермаркете, стоят там недорого, никаких супер великих денег. Можно использовать, ну, сколько-то раз там можно использовать, по-моему, 2000, что ли, раз. Я их время от времени меняю, потому что они становятся страшненькими, а я все-таки снимаю видео. Ну, то есть, когда готовишь, пятна, появляются такие темные пятна. То есть ты моешь, он спокойно моется, но эти пятна остаются, и я прошлый свой случайно прорезала ножом, просто случайно. Можно использовать во всех видах плит, электрических, газовых и в микроволновке. Но в микроволновке я не пробовала. Мы очень любим принимать гостей, а также я сама не прочь вечерком
как-нибудь налить себе красного полусладкого, и у нас безбожно просто бьются бокалы. Зимой я собирала наклейки в Пятерочке, там... Нет, летом еще я собирала наклейки в Пятерочке и покупала бокалы по акциям. Мне многие говорили, что они, ну, красивые. Но у нас там осталось уже просто два, хотя я покупала 8. Вот, поэтому я взяла бокалы для вина и для шампанского. Очень сильно извиняюсь, они какие-то все в пятнах и в разводах. Просто сори. На кухне этого не было видно, посудомойка как-то их так помыла, что они все, в общем, в пятнышках. Смотрела, думала, какие же бокалы взять. Думала сначала взять люминарка, потом такая, нет, все-таки хочу богемию. И все-таки богемия есть богемия. Я взяла 6 бокалов для шампанского и 6 для вина. Вот эти очень красивые. Вот несмотря на то, что это просто стеклянный бокал. Никаких узоров, никаких рисунков. Да чего же он красивый по форме. Ну, как-то я в этом вижу что-то особенное. Мне очень нравится. А бокалы под шампанского с такими, как бы, знаете, невидимыми гранями, но при этом эти грани есть. Узкие бокалы, их не очень удобно мыть, но, в принципе, таким ёршиком, отлично, я специально в Пятерочке взяла, маленький такой резиновый ёршик, там сейчас у них новая коллекция, завезли разные, ну, аксессуары для кухни, и все они нежных каких-то оттенков и цветов. Я взяла розовый. Так вот, вернемся к бокалам. Вот эти 6 для шампанского не могла выбрать. Знаете, есть еще бокалы для шампанского, вот такие вот низкие, забыла, как называются. Я знаю, что они создавались вроде бы как бы по форме груди Марии Антуанетты. Я решила, что ладно, возьму классическую форму. И еще нормально так прошлась по бытовой химии, брала только бренды Майне Либо и Уникум. Майне Либо — средство для чистки сантехники, One Love, обожаю, у них невероятно приятный аромат фруктов. Единственное, ну, лично для меня нужно быть аккуратно с руками, пользуюсь только в перчатках, мне кислоты руки разъедают. Также универсальный спрей для кухонных поверхностей с экстрактом лимона. Можно использовать его везде, безопасный, натуральный, эко. Вообще у Майне Либо мне нравится абсолютно все, кроме средства для стекол. Оно какое-то максимально ужасное, оставляет разводы. Я не понимаю, как можно было так его создать, когда, ну, куча аналогов и все абсолютно нормально справляются. Только Майне Либо оставляет жутчайшие разводы, которые потом еще и вытереть проблема. А вот все остальное очень люблю, и средства для стирки в том числе. Особую любовь питаю к средству для мытья пола. Очень приятный аромат, отлично моет пол. И как-то, знаете, ламинат, у меня натуральный ламинат, он как-то по-особенному блестит, что ли. Нет разводов. Классный, я взяла прям 2 штуки. И также взяла 2 средства от Уникум для холодильника и кухонной техники. Эффективное средство для удаления неприятного запаха и бережной очистки кухонного оборудования. Хочу как раз-таки помыть холодильник. Это, знаете, просто во время коронавируса у нас запахи пропали с мужем. У мужа полностью и запах, и вкус. У меня обоняние только пропало в какой-то момент. И Ульяна открывает холодильник и говорит: «Мам, у нас что-то завонялось». Я говорю: «Ну, может быть, у вас и завонялось, у нас ничего не завонялось». Потом открываю холодильник в какой-то момент, и просто воняет. Я думаю, вот, вернулись запахи, пора помыть холодильник. Также Уникум для унитазов и сантехники White. Мне он очень нравится, он, но с хлоркой. Средства с хлоркой я стараюсь использовать минимально, но в то же время... полностью не отказалась, они вредны, пользоваться ими нужно исключительно в перчатках, желательно надевать маску, беречь как кожу, так и дыхательные пути, и они имеют накопительный эффект, свой вредоносный. Но я не могу полностью отказаться от таких средств, все-таки унитаз максимально белый, если мы используем Доместос или Уникум, в общем, что-то с хлоркой. Ну, пользуюсь где-то там раз в 2-3 недели, а в остальное время стараюсь использовать что-то на основе кислот. Хочу показать вам еще одну покупку уже из магазина IKEA, которая просто не оставила меня равнодушной.
настолько я покорена. Не ожидала даже, когда покупала. Я не хочу останавливаться на каких-то покупках таких, ну, знаете, постоянных, можно сказать, IKEA, типа вешалок. А вот на этой хочу остановиться, потому что, ну, реально настолько удобная и крутая вещь. Это такой бокс для косметики, и его можно использовать вообще по-разному. Его можно расставлять, можно собирать вот такую вот вещицу. Сейчас покажу. Он оказался просто невероятно удобным. Это такой органайзер, поднос, в общем, трансформер полностью. Вот эта штучка убирается. Я специально ее не наполняла, потому что вот сюда можно поставить зеркало. Эта вещь, она одновременно является и подносом, и зеркалом. Ну, единственное, остаются отпечатки, потому что постоянно руками как бы берешь. Но вот так его можно, допустим, положить на полку ванной и разместить бижутерию, какие-то украшения, может быть, если они у вас теряются, те, которые носите каждый день. Можно использовать вот таким образом, как крышку. Я именно так использую. Или, например, вот так, зеркалом наверх. Если используете как крышку, то сюда отлично встает вот эта штучка. Ее также можно поставить и вовнутрь, как вам нравится. Удобно тем, что если вы делаете макияж в разных местах, вы просто все переносите, и у вас и зеркало с собой есть, и все. Я, кстати, иногда делаю макияж не здесь, если, допустим, Саша спит, чтобы его не тревожить. Кстати, посмотрите, какой классный пробник мне подарили. При заказе это набор, ну, как бы пробники помад, ну, настолько как-то классно сделано, мне очень нравится. Я сегодня использовала вот эту помаду, очень люблю вот такой красно-оранжевый цвет, но я бы его не покупала, просто потому что это больше как-то для видео, в жизни я обычно использую просто оттеночный бальзам. Но сделано очень классно, еще кисточка. Дальше этот бокс состоит из двух, верхний и нижний. Верхний более мелкий, и здесь вот такие вот разделения для совсем маленьких предметов, для длинных типа карандашей. Вообще его можно использовать также совершенно иначе, опять же, для аксессуаров, например. Ну, я решила использовать для косметики, и здесь у меня хранятся консилеры, тушь, опять же, оттеночный бальзам. А нижняя секция, она более глубокая. И также здесь два больших отделения и три маленьких. Сюда прям отлично помещаются помады. Можно, опять же, трансформировать как угодно. Можно, например, вот этот поставить вниз. Сверху поставить вот этот. Крышкой накрыть. Ну, здесь мне будет вот это мешать. Таким образом. IKEA, как всегда, это какой-то конструктор и головоломка для взрослых. Я безумно им благодарна за это. Вот присмотритесь, если вы думаете, как бы организовать косметику и не можете найти для себя какой-то идеальный вариант, присмотритесь к вот этой шкатулочке IKEA. Ссылку обязательно найду и оставлю. А сейчас я хочу приготовить, ну, допустим, назовем это жаркое из индейки, не знаю, как правильно. Может быть, среди моих зрителей есть повара, в общем, люди, которые знают, как правильно называется это блюдо. У нас это будет, допустим, жаркое из индейки. Можно использовать любое мясо. Сейчас я стараюсь готовить вкусные, но при этом простые рецепты без заморочек. Вы можете взять абсолютно любые овощи, которые вы любите, которые у вас есть. Все будет отлично сочетаться. Я решила взять сельдерей, паприку, морковку, лук. И также не показала вам, но впоследствии добавила замороженные грибы, которые у меня были в морозилке, и индейку. Мясо также может быть любым. Это может быть и курица, и индейка, и говядина, и свинина. То мясо, которое вы любите. Нарезаю овощи. Я нарезаю достаточно мелко. Морковь соломкой, лук мелко. Кубиками, также кубиками нарезала паприку и сельдерей, ну, просто вот так порезала, получились такие, как бы, колечки. У меня сегодня это филе грудки индейки, я его изначально нарезала стрипсами, а потом на кубики. В антипригарную кастрюльку наливаю растительное масло,
разогреваю его и в разогретое масло добавляю индейку, обжариваю до румяной корочки, после чего ввожу овощи, лук, морковь, сельдерей, паприку, обжариваю. Можно вообще не обжаривать, будет только полезней, но я такую зажарку делаю. Из приправ я добавила копченую паприку, где-то, наверное, даже столовую ложку. Приправа, которую не видела у нас, это приправа, которую мне передавала мама. Я переводила это растение, в России называется любисток. Бренд Катани, но у нас в России я не видела, гуглила даже в продаже этой приправы. Это такая приправа, которую я теперь добавляю абсолютно везде, в супы, ко всем вторым блюдам. Также укроп и перец. К своему мясу с овощами я добавляю картошку, естественно, не забыла про соль. Добавляю кипяток, чтобы он покрыл картофель, естественно, не забываю про соль. И тушу до готовности минут 30-40, до готовности картофеля. Получается очень вкусно, несмотря на то, что в этом блюде нет томатов. За счет паприки оно все равно получилось такое румяное, красненькое. И также хочу сегодня приготовить супер быстрый, супер вкусный мой любимый капустный салат коулслоу. Здесь у меня один к одному капуста и морковь, где-то по 250-300 грамм каждого. Нашинковала капусту, также нашинковала морковь и смешиваю также в пропорции один к одному сметану и майонез, где-то по 1,5 столовой ложки. В процессе можно добавить, попробовать, если немного суховато, то добавить майонеза или немножечко присолить. И также к сметане с майонезом я добавляю соевый соус. Очень нравится мне именно такое сочетание. Перемешиваю, даю настояться 5-10 минут. Очень простой, супер быстрый салат готов. Приятного аппетита! На этом мое сегодняшнее видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Я вас всех очень сильно люблю. Очень была рада выпустить это видео. Не знаю, как часто будут выходить ролики. Я буду очень стараться. Но опять же повторюсь, иногда мне просто резко становится плохо, и я просто не могу взять в руки камеру и что-либо делать. Даже разгрузить посудомойку иногда бывает слишком тяжело. С вами была ваша Лиля Власенко. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока!